Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять китайка, битва гильдий, немножко топовых акций. Так, сейчас я заберу. Это плюшки с одной акции. Вот такие у нас акции сегодня есть. Дают синие и красные кристаллы за сам. Дальше дают за 2000 карту, карты смены, карты пропуска. Также дают по 15 питомцев, но основное за 35 тысяч вы можете забрать топовый талант грубую силу, карту, топовый сет и 50 Рудольфов. Это однозначно мы забираем. Так, дальше что у нас есть? Это вот акция на покупку. Также у нас есть вот такая вот акция на трату и покупку. Сейчас мы тоже позабираем. Вот за 10, за 18 нам дают две сумочки огнекрыла, второй сундук, руны. Ну, все как положено, все как обычно. Сейчас тоже заберем. В общем, на китайке все сделано для игроков, я вам так скажу. То есть вы можете тут за самоцветы достать кучу полезных плюшек. Так, есть, забираем эти. Ну вот, исцеление дают опять. Сет исцеления 5, сумку огнекрыла, вторую, причем карту, руны для дальнейшей прокачки. Я уже потом это заберу, когда буду прокачивать следующего героя. Получить. Вот, как видите, плюшки довольно-таки хорошие для прокачки аккаунта. Так, окей, побежали к самому основному, потом вернемся, пооткрываем плюшки. У нас сегодня битва гильдий. Так, 306. Ну, интересно будет с ним повоевать. Тут топов нет. Так, тут два свыше 300. Понятно. Что тут у нас? Тут тоже, в принципе, странные какие-то они. А тут тоже тупо нету. Зря только смотрю. Так, отлично, побежали. Ну, уже скоро у нас титул. Еще пару героев на Архидемона прокачаем. Будет следующий титул. Так, убираем отсюда Арктику. Ставим Фрейю. Давайте сначала атака огнекрыл. Фрейя. Так, Бигфут оставляем. Ворожей с воодушевлением оставляем. Вместо хранителя ставим Некроса сюда. Так, Некрос, Анубис. Ну, попробуем таким составом сейчас побегать. Как обычно, можем слиться. Так, дерево я пока еще не докачал. Давайте сначала этих топов завалим, которые попроще. Ну, они не особо попроще, почему-то. Я не знаю, но здесь, на этом сервере, вот смотрите, как просто вот тупо ушатали. Очень большая разница, то ли из-за титула, ну, не могу понять. Просто тупо сливают моих героев. Гады. Вот смотрите. Уже ушатали. Ну все. Тут, конечно, без вариантов. Очень быстро убивают как-то. Такой бешеный дамаг. Хотя вроде битвы гильдии. Ну, я по основе с моей смотрю. Состав там не особо отличается, но как-то жестко тут все.
Так, давайте еще у меня там подкопились. Посмотрел, как мы на угольные потрешивали. Получил я немножко. Так, у нас осталось тут 15 надо. Давайте глазик. А, не хватает. Ну, еще немножко, и два артефакта мы уже докачаем. Так, есть, все живы. Побежали дальше. Второй топ. Так, Афина тут не с воодушевлением, окей. Тут кинем Фрейю. Ну, в принципе, сейчас должны нормально ушатать их всех. Вот тут, как видите. Вот так вот оно должно проходиться без проблем с такими героями. Но как-то, блин, странно тут. Из-за силы бывает просто ничего не можешь сделать даже. Не знаю, почему так. Так, второй топ готов. 296. 200. Еще третьего здесь надо убить. Ну, это как-то вообще печально. Ну, я не знаю, как можно такими топами. Давайте попробуем. Интересно, одним огнекрылом посмотреть. Ну, так, стрелок есть, вижу. Стрелок не дает включиться. Да. Ну, у нас есть. Видите, стрелок немножко мешает, конечно. Вот, отлично. Вот сейчас он должен со стрелком расправиться. Ну, не знаю, балдею, конечно, от этого героя. Настолько его сделали имбовым, ну просто жесть. Один на один. Там даже у Фрей сейчас шансов практически нет. Смотрите, череп там резнулся. Все. Просто один тупо. Понятно, что герои в разброс, но опять же, герои все второй эволюции. Так, есть. Три топа мы уже прошли. Завтра у нас будет еще атака фортов. Вот там будет интересно уже. Надо, наверное, дерево сегодня прокачать. Так. События. Забираем. Тут сейчас будет, наверное, поинтересней. Так, ну тут что-то вообще. Смотрите, как жестко, вообще жестко, просто ушатали. Хотя посмотрите, какие у меня герои. Но один огнекрыл остался. Вот он единственный герой, который еще может там сопротивляться хоть кое-как. Я вообще не знаю, что это за бред такой. Сейчас они должны уже эту Фрейю убить или нет? Ну тут, в принципе, они сейчас бафы должны поснимать. Два дракона против Фрейи ушатали. Вот Некрос, как бы, чем интересен, он бьет зонально в другую сторону, как видите. То есть в этом его плюс. И довольно часто от него ульта идет. Этот же ультует совсем по-другому, ультует по героям. Тоже свой плюс. А зонально он бьет рядом. Зданием. В принципе, и то хорошо. Так, есть. Ну все, у нас остался один топ.
Идем открывать плюшечки. Так, все вроде ворожай. Ну как-то ворожай вообще жестко проседает. У нас он с воодушевлением. Не хочу ставить каменку. Пусть будет пока такой. Так. Еще один топ. Так, тут у нас Фрея с одной стороны, с другой стороны ворожей. Попробуем пока с этой стороны. Но тут у нас Фрея может сейчас просто слить. Вот видите, что делается. Просто жестко сливается. А если мы сейчас с этой зайдем, у нас будет... Так, Фрея на Фрею. Попробуем так. Так, Бигфут вражеский включился. Ну, пробуем. Пробуем отсюда зайти. Вроде как бы и нормально, но смотрите, что делается. Просто жестко. Жесть просто какая-то. С одной стороны, надо и ворожая сливать. Вот, Бигфута еще сюда затащили. Вот смотрите, как жесть просто. Сразу минус вражеский Бигфут. Конечно, жесткий какой-то. Так, ну у нас остался наш Бигфут. Вражескую Фрею так и не слили. Вот из-за того, что ворожай подхил дает. Мы, в принципе, ворожай активируем благодаря Анубису. Давайте попробуем сейчас без Анубиса. Вот так, раз, два, три, четыре. Ворожай у нас будет. Фрею слили, не успели. Можно, в принципе, отсюда попробовать. Но тут Фрея с воодушевлением. И в этом как бы тоже есть кое-какая проблема. Так, нашего ворожая слили. Но мы тут хоть вражеского ворожая не активируем. Конечно, можно не заморачиваться, тех потеря 2-3 очков, как бы роли никакой нам не сыграет. Пробуем вот так вот. Ай-яй-яй-яй, зря я выпустил там. Так, значит, пробуем так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ворожай просто сливается. Вообще без вариантов. Рай его сразу тащит и... Давайте тогда попробуем отсюда вот так вот зайти через Бигфута. Вот таким вот. Не, все равно. Просто тупо шатают моих. Ну, у меня уже ворожей минуснулся и все остальные. Да, жестко. Атака на Фрея тут сейчас будет просто тупо шатать, если отсюда зайдем. Смотрите, ворожая нашего снесли. Ну все, шанс слива. Так, остался у нас... Ну, в принципе... Не, тут скорее всего, что нас сейчас просто сольют. У нас огнекрыл. Да, видите, что делается. У нас огнекрыл просто тупо не там, где надо, завис. И все, нас по чуть-чуть ушатывают. Отхилов у нас нету. Но есть вариант, что огнекрыл затащит сам. Благодаря тому, что вражеская Фрея... Не, она просто тупо убьет сейчас его. Давай, включайся. Хотя, в принципе, такой вариант есть. Если мы будем успевать отхил включать.
И мы сейчас можем, в принципе, снести вражескую Фрею. Но мы ее заряжаем тоже. Ну давай, 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 давай. Это будет просто жесть. Это просто жесть. Фрею снесли. У нас остался один Бигфут. В принципе, мы сейчас пока к нему дойдем, мы зарядимся. Вот смотрите, жестко-жестко мы Бигфута просаждаем. Он, конечно, и заряжается, но сейчас мы на него, если... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не дай. Ну все, паралич. Это жесть. Это просто, ребята, это просто жесть. Вот так вот. 2488, новый мой топ по набиванию. Один огнекрыл просто тупо вытащил слив. Да. Жестяк, короче, обязательно поставьте лайкосик. Побежали открывать плюшечки. Так, что у нас тут есть? Нам добавили еще немножко кулачков. Да, конечно. Камешки, коробки у нас уже подкопились опять. Грубую силу. Ну, грубая сила за 35к и сет. Я считаю, это отлично. Так, открываем. Открыть. Сет каменки, руны седьмые. Неплохо. Так, что тут у нас? Вторая коробочка. Ну. Блин, опять офигеть. Вот это здесь мне прет на синие кристаллы. Это просто жесть. Так, ну, заклинательница. Ожидаемо было. Поехали. Третий сет рун. Смотрим. Два психощита. Супер. Ну-ка, давайте еще четвертый психощит сюда и ремку. Ну, два сета бога войны четвертого. Тоже, в принципе, неплохо. Так. Ну, все, у нас остались сумочки. 57 яиц. Не знаю, откуда это их столько накопил. Топовые питомцы. Тоже их сразу откроем. У меня скоро уже здесь будут тоже очень много питомцев 35 уровня. Надо будет только им скиллы повкачивать. Так, есть. Отличненько. Ну, дышка неплохо падает. Вот, видите, здесь и копит самоцветы, и можно топовые талантики получать, чего у нас на русском сервере, к сожалению, нету. Таких акций тут, и у меня куча уже карт на забытую, там тоже попробуем топ взять 1500. Думаю, у нас это должно получиться, еще немножко некоторых героев докачаем. Вообще будет огонь. Так, все. Три сумки огнекрыла. Плюс еще сейчас у нас будет отсюда вторая. Еще одна карта, эсетик. Ну, супер, просто супер. Осталось только оживы. Здесь не хватает конкретно с этого ожива. Но думаю, в дальнейшем это скоро исправят. Все, ребят, пишите комменты. Подписывайтесь на канал. Обязательно участвуйте в конкурсах, в розыгрышах. Так, ну смотрите, уже 31 почти докачал, потом заберу. Да, нормально, нормально. Хорошо так мы сегодня потрешивали. Конечно, последний бой — это жесть. Насколько огнекрыл стал имбовым. Все, ребят, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.